Друзья, всем привет! Вы на канале Intertool, а это видеоинструкция к набору инструментов Intertool серии Storm ET8056. Набор поставляется вот в таком вот противоударном кейсе. Здесь у нас есть металлические замки, кстати, и петли тоже усиленные. Сразу хочу сказать, что набор пригодится как автолюбителям, так и домашним мастерам. В наборе 56 единиц инструмента, которые помогут решить задачи как бытовые, так и связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Что ж, 56 единиц у нас в наборе. Давайте теперь более детально познакомимся с ними. Ну а начнем мы, конечно же, с рукоятки с храповым механизмом, так называемой трещотки. Здесь установлен храповый механизм производства Тайвани. Он износостойкий, с плавным ходом, надежный. Сама же трещотка выполнена из хром-ванадиевой стали, имеет двухкомпонентную удобную прорезиненную рукоятку. Кстати, и храповый механизм на 72 зуба. Ну а посадочное место под квадрат 1,2 дюйма. Под посадочное место с квадратом 1,2 дюйма набор включает в себя 10 шестигранных головок размерами от 10 до 27 мм, 2 свечных головки, одна на 16, другая на 21 мм, кардан и удлинитель на 125 мм. В наборе также имеется вот такой вот отверточный держатель с квадратом под 1,4 дюйма. А под него уже имеется 6 шестигранных головок от 8 до 13 мм, переходник для бит, а среди бит мы имеем торксы от 10 до 40, 4 биты шлицевых и 3 биты PH. Для максимальной функциональности набор включает в себя 5 самых востребованных отверток. Здесь у нас 2 маленьких отвертки, это PH1 и шлицевая пятерка. Далее идут 100-мм отвертки, это PH2 и шлиц 6. А также отвертка на 150 мм, это PZ2. А рядом с ними расположились гаечные ключи, комбинированные рожково-накидные, размерами от 10 до 17 мм. И, кстати, имеются вот такие вот небольшие шестигранные ключики, от 1,5 до 4 мм размером. Следующие инструменты особенно порадуют домашних мастеров. Здесь у нас сантехнические клещи, пассатижи и молоток. Как видите, пассатижи и сантехнические клещи имеют обрезиненные рукоятки, а рукоятка молотка выполнена из дерева. Кстати, вес молотка 400 грамм, что идеальный вариант для домашнего использования. Все эти инструменты, конечно же, можно использовать поодиночке, но объединяя их, они помогут вам решить какие угодно задачи. Например, если вам нужно открутить какой-либо крепеж в труднодоступном месте, используем трещотку и удлинитель. Ну а если и этого будет мало, то применяем уже и кардан. Тем более, не будем забывать, что у нас есть вот такой вот отверточный держатель. У него есть множество бит, тем более головки, и тут уже любой крепеж не устоит. Инструменты нужно использовать только по их целевому назначению. Соответственно, трещотку нельзя применять для туго закрученных крепежей, а биты PH и PZ не взаимозаменяемые. И если вы будете откручивать крепеж не той битой, то повредите и саму биту, и крепежный элемент. Эти и многие другие правила помогут сохранить ваш набор инструментов в исправном виде на долгие годы. Но помимо этого стоит еще не забывать про уход. Набору требуется чистка. После каждого использования очищайте с помощью ветоши либо любой другой тряпки инструмент от следов масла, влаги и других загрязнений. Ну а хранить набор инструментов требуется, конечно же, в сухом месте. Не будем забывать, что наборы инструментов Intertool уже 3 года подряд стали лучшими по голосованию Украинской народной премии. Да и гарантия на данный набор инструментов 5 лет. Друзья, ну а на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться на канал. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы по этому набору инструментов, оставляйте их в комментариях. Мы будем рады на них ответить. Вам отличного настроения. Увидимся.